Идея видео я взял у Мамикса, признаю. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Dendler Show. И сегодня я буду узнавать, сколько же выдерживает пакет килограмм. Ведь я уверяю, что он выдерживает 10, 20, то есть 30 килограмм, бывает даже 8. Но мы узнаем настоящую тайну, наверное. Сегодня видео опять-таки необычное, и я надеюсь, оно понравится. Я эти бутылки буду ложить с водой в пакеты, и мы узнаем. Ведь 1 литр — это ж 1 килограмм. Ну вот, узнаем, погнали. И мы начинаем. Ну, есть одно но. У этих пакетов не написано ни одного, сколько они выдерживают. У меня есть раз пакет, два пакет, три пакет, четыре пакет. И вот эти все бутылки. Они все с водой. Приступаем. Первый пакет у нас от Рублевского. Сразу ложим в него пол литра, литр, два литра, три литра, четыре литра. Так, уже четыре литра. Нормально. Пять с половиной литров. И я пока сейчас даже подержу. Пять с половиной литров. Дальше. Семь литров. Уже восемь литров. Точнее, восемь литров. Этот пакет выдержал 8 литров. А точнее 8 килограмм. Немножко извиняюсь. Фу, хорошо. Возьмем следующий пакет. Неважно. Возьмем следующий пакет. Если красавец. Теперь мне ставят не в том порядке. Ну да ладно. Тогда пакет у нас вообще очень тоненький. Мне кажется, что он выдержит килограмм 5 и... Ладно, 4. Ну, то есть литр. Ну, или килограмм, неважно. Короче, наполняем. Пол-литра. Литр. Да. 2 литра. Он уже льется от 2 литров. Он реально льется. Все, короче, я думаю, если положить с него еще один литр, то он порвется точно. Сейчас. Вот он же рвется. Сейчас что-то будет. Кажется, надо положить подушку. Короче, он сейчас порвется точно. Вот в этом уверен. Вау. Он порвался, ясное дело. Ладно. Возьмем следующий пакет. Так, следующий пакет у нас. Вот такой пакетик. Черненький, мне кажется, он окажется довольно сильно, надеюсь. Но это не точно. Ложим в него пол литра, литр, два литра, три литра. Уже три литра, слушайте, это нормально. Дальше четыре литра. Я рад, честно говоря. Дальше пять. Семь сразу идет, потому что считать умею хотя бы. Так. И... 8,5 литров. Пакет выдержал, это черный. 8,5 литров. Ну, я вряд ли выдержу. А, ну что. Вы знаете, что я качок раскладываю. Дальше пакет вообще, на котором ничего не нарисовано. А это, конечно, странно очень, что на нем ничего не нарисовано. Ну, вот сейчас. Так. Литр. 2 литра. 3 литра, 4 литра, 5, 7, 8,5 литра, он должен быть, давай, пацанчик, я тебе верю, или пакет, как тебе, сейчас пацаны, я сейчас увалюсь, ух, блин, 8,5 литров, можно сказать, выдержу, сказать честно, у меня просто больше нет бутылок, Ну что ж, какие мы подведем итоги? Вам нужно на этот канал подписаться. Это первое. Второе. Я сейчас объясню, какой же пакет оказался лидером. И напишите, пожалуйста, комментарий. Любите ли вы Кока-Колу? Вот она. Так. Занимается... Недалеко, короче. Этот пакет очень мне понравился.
Короче, этот пакет тоже мне очень понравился, что он не порвался вообще. А этот пакет, вот, он вообще порвался. Вам плохо видно, но мне-то видно. Ну, а это было все. Всем пока, с вами был Дэн Доллар. Подписывайтесь на канал. Удачи и пока. Опять.